месяц после отмены льготной ипотеки доля кредитов на строящееся жилье в России упала более чем в два раза. В июне 2024 года почти половина, 47% всех выданных в стране кредитов, приходилось на покупку жилья в новостройках. Но уже через месяц эта цифра упала до 19%. Новая «Лада Аура» обойдется россиянам по цене «Ауди» и «БМВ», подсчитали аналитики. Седан «АвтоВАЗа», который преподносится как бизнес-класс, будет стоить от почти 3 миллионов рублей. За эти же деньги до 2022 года можно было приобрести «Ауди», «БМВ» и другие автомобили известных брендов. В сфере общепита наметилась кадровая катастрофа из-за нехватки людей. Отрасли не хватает 30 тысяч сотрудников, что, по словам экспертов, существенно сдерживает развитие. При этом дефицит будет только увеличиваться, уверены аналитики. В России требуют запретить фен Dyson. Эксперты по реконструкции волос заявляют, что его использование нанесло ущерб волосам тысяч россиянок, нарушив их структуру. Жалоба уже направлена в Роспотребнадзор. Учителям школ запретят употреблять термины «семейное насилие», «толерантность» и «буллинг». Эти понятия будут исключены из всех школьных программ с 1 сентября 2025 года. Также из школ уберут западные виды спорта, вроде гольфа и черлидинга. Новые изменения в Минпросвещение объяснили возвратом системы образования к национальному идеалу.